Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир. Я продолжаю проходить игру под названием Средиземье Тени Мордора. Итак, друзья, сегодня мы с вами начнем не сюжетного задания, а, пожалуй, убьем парочку капитанов. Итак, засада. Капитаны урков любят внезапно нападать на соперников. Сила победителя возрастет. Мы тут видим явно дисбаланс. Слева капитан Гриша, поджигатель. Сила 3, какой-то вообще никчемный, походу. И справа Болх, полурослик. Сила 7. Но наша задача убить обоих, как говорится, одним выстрелом двух зайцев. Прольется кровь, я чую ее запах. Ну как дурак, ходит с каким-то костром на голове. Ты видел свою вообще голову, дружище? Так, ну мы спешить не будем. Наша задача дождаться второго капитана. Пока что можем вот этого лучника убить, который там стоит наверху. Иди сюда. Пострелять даже, я думаю, можно. Этих щитоносцев первым делом нужно убить, избавиться от них. Стрелы возьмем. Ждем. Ждем, когда придет второй капитан. Ой, он, по-моему, сейчас сдохнет. Твою ж налево. Шрах, тебе раздери, мы еще встретимся, и я отомщу. Охренеть, его обычные орки запинали. Вот дурак, а. Иди сюда. Куда-то собрался убежать. Блин, мы не дождались второго капитана. Ну а что поделать, если он такой слабак? Непонятное дело, победил Болх. Сила у него возросла. Блин. Его нет поблизости что ли? Ёбствую налево. Жаль. Ладно, давайте тогда заберем вот эту вот руну, или как она там называется. Итильдин. Награда плюс 50 монет, скажем так. Там по-другому называется как-то, я уже не помню, но будем называть монетами. В общем, нужно этот Итильдин найти. Все символы мы должны все-таки собрать. Кто орёт? Чё орёшь? Ты чё разорался, дружище? Не ори. Лучше скажи, где Итильдин вот этот сраный. Может быть, внизу? Да, вон он, я вижу. Все, отлично. Еще нужно, получается, сколько? 31! Охренеть, вы угораете, что ли? Так, у нас там деньги вроде как появились, так что давайте... Тильдин у нас свет, их куют из мифрилы, и они хранят в себе память о прошлом. Давайте в улучшение зайдем. Особенности. Выемка для руны на мече откроем. Для лука и для кинжала. Все, в принципе, больше тратить я пока что не буду. Сразу тогда и руны надо бы вставить. Так, какую бы руну вставить, я только не знаю. Убийца орков. Добивание в бою наносит дополнительный урон капитанам. Получение в ближнем бою. Так, ну синие использовать бесполезно. Их вообще можно продавать, вот эти синие. Они вообще ни о чем. Самые ведь шикарные руны вот эти золотые. А вот эти синие, по-моему, оранжевые тоже. Хотя нет, легендарные. Это хорошая руна. Так, вероятность того, что меч запылает, критический удар. Давайте вот это вот возьмем. Так, тут у нас что? Лук. Что тут интересного можно вставить? О, вот это все продаем. Все это нам не нужно. Так, ну получается вот эту сразу вставим. Выстрел в голову наносит на 25% больше урона. А эти, да, надо продать, блин. Мне они нафиг не нужны. Синие, белые, это полное говнище. К
Кстати, сейчас за эту деньги у нас появились, там можно прокачать что-нибудь нашему главному герою. Здоровье, к примеру. Так, ну давайте напоследок еще кинжал вставим. Руну. О, а тут у меня легендарных много. Скрытое еще сильнее пугает врага. Скрытое убийство. Восстанавливает 4 эльфийских выстрела. Увеличит вероятность сбить с ног. Восстанавливает 10 не за здоровье, за скрытное истощение, скрытное клеймение. Ох, даже не знаю. Давайте вот это вот вставим. А вот это продадим. О, господи, я ничего не нашел, блин, вставить. Ее продать надо. Эту вставить. Все. С этим разобрались. Так, улучшение по-быстренькому. Увеличим запас здоровья. Все, замечательно. Продолжаем. Что бы нам выбрать? Может быть, еще капитана пойти убить? Поединок. Ну давайте, почему бы и нет. Переместимся поближе. Надо бы, кстати, в сегодняшней серии все башни открыть. А то что за дела? Уже получается по счету 4-й серии, а карта не полностью открыта. Не дело. Нехорошо как-то. Блин, а это... Битва прям в крепости, что ли, находится? Это хреново. Там могут тревогу поднять, эту сраную. Тут где-то и Тильдин этот сраный. Где он? А, он внизу, походу, я понял. Где-то тут. Да ты можешь спуститься, а не махать руками. Вот она. Эту фигню нам в любом случае придется всю собрать. Бессмысленная вещь, ну хотя... Главное, деньги зайдут, уже приятно. Ты еще как дурак прыгаешь. Давай. О, меня заметили. Пошли вы нафиг. Буду еще тратить время на вот этих никчемных сраных орков. Здорово. Так, поединок. Тут опять двое получается. Опять какой-то... Ну, я бы не сказал дисбаланс, но, блин, силы неравные, как видите. Слева у нас Котхух, сокрушитель камня, 4 у него силы. Справа Зугор Смехатун. Ну, посмотрим, как ты смеешься. Сила 6. Надо попытаться обоих убить. Думаешь, справиться со мной? Ты жалок. Хватит церемоний. Сразись со мной и умри. Так, что бы тут вам поднасрать, интересно? Взорвать чуть можно? Блин, взорвать нечего. Это плохо. О, зато можно вот так сделать. Ловите мух там или пчел, я не помню, кто это. Опа, разбежались, пацаны, отлично. Не, кто-то не разбежался. Кому-то насрать вообще. Значит, убьем. Ну что, давайте с вот этим разберемся. Ненавидит боль. Это фигово, это он сейчас будет за себе здоровье восстанавливать. Тогда лучше, наверное, с вот этим разобраться, который с щитом. Первым делом. Ой, как я ему здоровье снял. Все, убит. Прилег на столе. Прям жестко. Да пофиг, что у него там сила возросла. Мы сейчас с этим справимся, товарищем. Свинье! Посмотрим, как ты запляшешь, когда я тебе кости переломаю. Да ты что? Ты уверен в этом, что ты сможешь мне переломать кости, а? А то на словах и я могу. Слабак, просто. Никчемная тварь. Ой, там подкрепление сейчас к ним придет. Это плохо.
Надо быстрее его убить. А иначе сейчас под ногами, блин, будут вот такие твари мешаться. О, тревогу подняли. Но уже поздно. Я сделал то, что хотел. Так, уйди. В баню. Мне нужно руны забрать эти. Собаки, они не дадут забрать руны. Надо уходить. Потом как-нибудь заберем. Потому что все-таки тут тревогу подняли. И они теперь не отстанут от меня. Вы что тут мучаете людей? Охренели, что ли? Бегите. Так. Смотрим, что у нас тут еще интересного. По заданиям. О! Казнь. Давайте. Что-то у меня прям сегодня настрой резать этих сраных капитанов. Там как раз... будут опять же двое, по-моему. Или один. В общем, сейчас посмотрим. Паш крыса. Сила 7. Ты что, бешеный, что ли? Что-то рычит, пыхтит. Так, ну давайте по одному сначала вырежем его приспешников. Он, наверное, не миспалит. Не получится беспалево вот так вот взять и перерезать всех. Вот они и заметили все, как я и думал. Так, избавимся от вот этих товарищей, щитоносцев, вот этих сраных. О, уже получено очко, нифига себе. Ну и вот этого товарища заодно убьем. Ну давайте, попробуйте. Это он там ржет, этот капитан, что ли? Походу он, да, в натуре. Веселый какой-то он, на позитиве, видимо. У него ядовитые стрелы, кстати, если он попадет, будет плохо. Прям очень плохо. Так что нужно избавиться сначала от него, давайте попробуем убить его. Что-то как-то он и со мной болтать даже не хочет. А, во. Он больной явно. С зубами еще так делает. Прикольно, блин. Никчемная тварь. Сдохни. Да уделывался, блин. Настучался зубами. Так, давайте вообще посмотрим, что тут происходит. Капитаны все погибают и погибают, да? Скоро всех перебьем. О, спокойно руны можно забрать. Отлично. Так. Способности, кстати, я и забыл про них. Что бы тут нам выбрать? Удар плечом. Это то, о чем я думаю? Нет, это не то. Во, вот это мне нужно, улучшающий прыжок. Вот это прям полезная вещь. Так, и Тильдин этот сраный надо под мостом забрать. Вот он. Отлично. Так, осмотримся, есть ли тут рядом капитаны. Может, какие-нибудь здесь капитаны ходят рядом, не? Чё-то никого. Жаль. Очень прям жалко. Так, давайте отпустим вот этих рабов, чтобы нам задание дали с ними. Там и так доступны, но просто рано или поздно все равно освобождать придется, чтобы получить очередное задание с ними. Все, бегите. Кто там? Еще один, что ли, мудак какой-то остался? Иди сюда. Now is our best chance.
прикуси язык, теперь доступно. О, что там, шашлыки жарим? Ну, приятного вам. Все, ладно, погнали на сюжетное. Немножко побили, можно и сюжетом немножко позаниматься. Так, где мы находимся вообще? Тут. Надо башню вот эту, наверное, открыть. Далековато бежать. Ну ладно, сейчас вот сюда добежим, противоборство. Победим Атху, поджигателя мяса. Название-то придумал он себе, блин. Вот, его победим, а потом пойдем к башне, откроем башню. В принципе, я думаю, тут сейчас быстро добежим. Вот и добрались. Че, еще один товарищ, у которого на голове костер горит. Капитан Элит, сила 8. Лучник. А точнее, арбалетчик. Ты чудной. Ей-богу, нахрена у тебя на голове костер? О, меня сейчас палят. Тихо. Надо как-то их выманить оттуда. Там ведь крепость. Там, блин, если я вступлю в бой, с крепости сбегутся, потом тревог поднимут. Ну их нахрен. Нужно их подальше от крепости выманить. Идите сюда. Надо как-то его... то, что мне нужно, иди сюда. Теперь его сюда приманим. Давай. Иди сюда, не бойся. Тут приспешники там стоят, его ни хрена не делают. Давайте их вот так перебьем. Все, приспешников убили, и пора тебя убить, дружище. Здорово! Ой, какой же ты легкий, ёшь налево. Свинье! Глупый Тарк, смотри, сколько нас там. Иди посмотри, там никого нет. Ты в курсе? Ты хоть повнимательней будь. На самом деле, там никого нет, дружище. Слабак просто, какой же ты никчемный. Забираем руну. Черная стрела. Восстанавливает 5 единиц здоровья. Что-то там еще. Но это ладно, не столь важно. Погнали к башне. Надо эту сраную башню открыть. Всю карту мы сегодня обязаны раскрыть. А то что, блин. Опять вы мучаете людей. Я вам сколько говорил, прекращайте этой фигней заниматься. Что, обосрался, да? Он аж убегает, бедный. Куда собрался? Так, стоп. И Тильдин этот сраный надо забрать. Отлично. Уже 4. Опа, это кто? Нет, это обычный, я думаю, капитан какой-то. Обосрался, увидел меня и убежал. Так, отлично, еще одну зону открыли. И теперь вот эту надо бы открыть. По дороге давайте... В общем, переместимся сюда, и по дороге выполним вот это дополнительное задание. Освободим очередных рабов. Так, погнали. Блин, далеко отбежать. Вы что там ерундой страдаете? А ну, взорвитесь. Ну-ка, может капитана где-нибудь тут рядом? Так, это не капитан. Блин, что такое? Вообще никого нету. Обычно, я помню, вот просто гуляешь посреди земли, там, встречаются тебе.
капитана, а тут прям вообще никого нету. Их вообще не понять. А то они вот по 5 капитанов сразу там появляются. По одному на вас нападают или вообще вместе. То хрен найдешь их. Просто так. Так. Не тупи, дружище, давай. Ну что ты присел? Ладно, давай вот так проползем, вот так залезем. Так же ты сможешь? Может, молодец. Упавшие. Поехали. Опять нужно лысых из Бразерса освободить. Спасти рабов. Сколько тут рабов? 3. Скрытно убить 5 урков. Это вообще без проблем. Как нефиг делать. Блин, если я вот этого зарежу, он тот меня заметит тогда. Иди сюда, иди куда пошел. Здорово. Как твои дела? Так, давайте сразу освободим. А вот этих товарищей, пожалуй, взорвем. Грех не выстрелить. Ой, как хорошо просто. О, бежит проверять, что здесь случилось. Давай, иди проверь. Что ты там выделываешь? Сиди сюда. Так, сколько еще? 2 нужно скрытно убить. Так, щитоносец, лучник, он еще наверху, снять его сразу. Какие же вы слепые, глухие, это капец просто. Не, ну ладно, еще там слепые, хрен с ним. Но то, что они глухие, как можно не услышать, что там режут кого-то, убивают? Я вот этого не понимаю. Ну что, рискнете? Давайте, попробуйте. Не, от лучника я, пожалуй, сразу избавлюсь. Они сейчас по-любому обосрутся, начнут убегать. Да, а, вон, один обосрался. Хотел сказать, чё они не убегают-то, блин? От увиденного. Должен уже обосраться, блин. Да иди нафиг отсюда, ты-то откуда взялся? Все. Отлично. Выполнили задание. Да давай, иди, иди уже, не за что. Кстати, вот это сразу давайте тоже, наверное, выполним задание. Все-таки, я говорю, рано или поздно эти дополнительные задания придется выполнять, их не избежать. Так что можно приступать уже. Ну, вон он падал, ну как мне... Ладно, и хрен с ним. На самом деле. Буду еще за ним бегать, искать его. Так, мифриловый клинок. Поехали. Что тут нужно сделать в этом задании? Скрытно убить. За время? Ну ладно. Надеюсь, я успею. Я вообще, честно говоря, не люблю задания на время. Ненавижу, я бы даже сказал. Ну, раз они такие тупые и слепые, так что, я думаю, должны все успеть мы. Избежать обнаружения. Это дополнительное задание, да? Ну, тут я не гарантирую, конечно, что прям беспалево все сделаю. Но попытаюсь. Так, вон того дальнего давайте прирежем. Собака, зачем я прыгнул вперед? И он меня не заметил, что ли? Охренеть, он аж упал, бед. Он меня не заметил, что? Как? Что за бред? Вроде заметил ведь, ну ладно. Нашим легче.
Блин, просто зачем-то вперед прыгнул. Ну да ладно. Ладно, не заметили меня по-прежнему. Получено очко способности. Нормально. Падла, он так стоит, что он может меня спалить на самом деле. Как вот ты секунд сраный не заметил меня, я не понимаю. Все. И дополнительное все, в общем, выполнили. Так, не надо мне обучение, я уже все понял. По способностям давайте сразу, что тут у нас. Пора все-таки вот это уже прокачать, оседлание Карагора. Улучшение, кстати, чтобы тут еще нам взять. Дополнительный эльфийский выстрел, наверное. Дополнительное сосредоточение. Ну, выемки для рун пока что брать не будем. Буря войны теперь доступна. Так, ну я здесь не ради этого, ё-моё. Нужно отправляться к этой башне сраной. О, капитан, вот он. Болг, ты же сдох вроде. А, он как раз не... Я все вспомнил. Это прям в начале серии, он же не успел прийти на битву. Вот он, этот Болг. Так, а ты один, что ли, тут? Относительно один, как я вижу, да? Вот от этих избавимся. Ну, здравствуй, Болг. Даже поздороваться с тобой не получится, походу. Сейчас быстренько убьем. А, не, все-таки будем говорить. Человек тихий, скрытный. Но урок видит человека. Убьет человека! Кишка танка! Убьет он. Так, мне нужна информация. Перед тем, как я тебя убью. Да, иди сюда. Давай, говори. Получить сведения. Про вождей мы про всех узнали. Ну давай про вот это узнаем. Что это за товарищ? Жирный, пухлый. Блорк. Трольское отродье. Помыслы пытается понять, почему жизнь состоит из... одних хлопот. Хозяина нет. Уязвим для скрыт. Короче, он говно полный. Его с легкостью можно будет убить. Прощай. Так, это где он был? Во втором ряду. Чё они такие никчёмные, эти капитаны? Что во втором, что в третьем? Да и вожди какие-то. Вспомним предыдущую серию, блин, с одного удара убил. Ну это смешно ей было. Так, все, отправляемся теперь к башне. Ну, по дороге, понятное дело, будем осматриваться, потому что вдруг тут еще какие-нибудь капитаны нам встретятся. И грех не убить. Это наша цель, вообще, перебить всех вождей капитанов. Блин, и Карагоров нету поблизости, оседлать бы их. Может, далеко отбежать-то? Ну-ка посмотрим. Где все сраные копи... О, здорово, братишка! Тука. Тука, адский ястреб. Отлично! То, что мне и нужно. Братва, чего вас так много? От вас бы избавить, потому что будете мешаться под ногами. Лежать! Бегите в страхе! Прячьтесь, спасайтесь, кто может! Потому что я вас всех уничтожу. Все, обосрались? А, я тут еще не боюсь, ты глянь. Все, отлично. Ну что, капитан? Такой еще прям прикольный, в маске ходит. Здорово. Иди сюда.
А то мучаешь, блин, рабов. Иди попробуй меня помучи. Демон! Черные перья не ведают страха. Тебе худеть надо, дружище, ты еле бегаешь, уже выдыхаешься. Воу-воу! Хотел добить, почему-то не добил, хотя нажимал я странно. Да не мешайтесь мне под ногами, а? Грёбаные рабы еще. Чё за дичь? Почему его добить нельзя? Я нажимаю добить? А, вот, теперь можно. Мне информация, я думаю, не нужна, так что убьем. Давай добьем уже его. Да какой живучий ты, погоди, какой крепкий, реально, а? Так никчемный, но крепкий. Отступление. В следующий раз я тебя прикончу. Я отомщу! Да ты не уйдешь отсюда. Это я тебе гарантирую. Ну я же тебе сказал, иди сюда! Подлюка, блин. Обосрался, убежал. Так, ладно. Забираем руну. И продолжаем наш путь к башне. Осматриваемся. Вдруг тут еще какие-нибудь капитаны сраные. Ну-ка посмотрим. Нифига, никого нет. Все, вот уже и добрались. Наконец-то полностью откроем карту и будем перемещаться, куда нам и нужно. Да хватит людей мучить, а! Тут нету капитанов. А жаль. Я бы сейчас еще какого-нибудь капитана прирезал. Все, отлично. Всю карту мы с вами открыли. И теперь погнали. Какое-нибудь сюжетное задание выполним. Так, что там у нас? Главная правда. Голум жаждет привести светлого хозяина к артефактам. С каждой новой находкой сила призрака растет, а его связь с темным властелином становится все более очевидной. Ну и где он? Твой друг или лжец, или трус? Может, не надо было угрожать ему? Следы. Ладно, пошли искать твои сокровища. Мелкого грызуна здесь нет. Орел выслеживает кроликов с высоты. Нам следует поступить так же. Я понял. На самый верх забраться. Тихо, Карагор, там не дури. These towers were not built by the Dark Lord, but to challenge him. Now only runes, buried in darkness. Твою ж налево, куда он там уполз? Так далеко. Да залази ты, думаешь, стоишь. Следы уводят в эту пещеру. Жестко, как-то я не хочу быть на месте Карагора.
Чтобы одолеть этого зверя, мне понадобится человек 20. Тогда надо поискать другой путь. Другого пути у нас нет. Не нужно попасть в эту пещеру. Отогнать Грауга от пещеры. Да успеем. Хоть и 20 секунд дали. Найти логово Грауга. Чего искать? В самом конце пещеры его логово. О, еще вот только вас не хватало. Сейчас тревогу будут поднимать, блин. Так, тут надо будет забрать... Артефакт, он, видите, на карте. Надо будет не забыть его забрать, чтобы сюда не возвращаться потом в эту пещеру. Найкролос, вермин from the depths of the earth. Ну вот. Найти артефакт видений. А что его искать? Следы вот сюда ведут. Все понятно. Они заключили сделку Келебримбор с Сауроном. И Келебримбор создал кольца. А потом Саурон просто его предал. Только ты мог создать такое совершенство, Келебримбор. Келебримбор? Величайший мастер второй эпохи? Я слышал легенды, но... Теперь я вспомнил свое имя. Я повлиял на историю Средиземья. Я выковал кольца власти. О, дядька вернулся домой. Бежать надо. Покинуть пещеру. Беги, глупец. Так, удары с тени. Я понял. Я вас понял. Просто нужно ударами из тени бегать. Побежали быстрее. Артефакт. Не должен артефакт забрать. Меч со змеевидным лезвием. Так, точку воспоминаний по-быстренькому давайте найдем. Вашу мать. И где он? А, вот. Так, тут воспоминания нам показывают, кто хочет, прочитает. А нам нужно бежать. Тихо-тихо, дружище, не дури. Не надо так шуметь. Все, пещеру завалило. Туда тебе и дорога.
Вина за все это лежит на мне, поэтому Саурон за мной и охотится. Нет, нет, светлый хозяин, хороший, он... Он о нас заботится. Захлопни пасть. Мерзкий следопыт ничего не знает о светлом хозяине. Я знаю легенду о нем. Знаю, что Саурон обманом заставил тебя сделать кольца. Он пытал и тебя. А как же прелесть, ведь хозяин ее сделал. Где она? Не помню я ничего подобного. Да какая разница? Хозяин должен вспомнить. Да, должен. Мы вырыем еще сокровище. Да, да, и тогда он отведет нас к ней. Вот так вот. Задание выполнено. Я кое-что припоминаю. Кольца власти. 9 смертным людям на погибель обреченным. Они стали призраками кольца. Да, Назгулами. Но Назгулов уничтожили. Как их... Многих из тех, кто прикасался к кольцам власти. Назгулов убить нельзя. Насколько я помню. Так, где этот сраный Тильдин? Давайте его заберем. И напоследок еще одно задание какое-нибудь выполним. Что-то я не понял. А, она вот где, с этой стороны. Все, отлично. 5 из 32. Так, посмотрим, что у нас тут по заданиям. Ну, сюжетный вот тут пока что проходить не хочу. Может быть, еще одного вождя убить? А давайте. Напоследок. Серьезный бой устроим. Ух, именно этот лучник, блин. Но мне кажется, сильный, очень сильный будет. Сила 13. Крахорн, ловец. Людей, скажем так. Издали обрушь на врага смертельный дождь, и тем выманишь вождя. Из лука, что ли, убить? Чего делаешь? Сдохни. Так, а сколько нужно сторонников? 5. Окей. Первый пошел. Ты не сторонник, но я тебя убью, чтобы не мешался под ногами. А то будет все время палить меня. Так, 3 из 5. А, падла. Стоит специально под эту фигню. Ну и хрен с ним. Не буду я отвлекаться на него. Пойдем другого убьем. Блин, хотя они далековато где-то. Так что все-таки давайте этого убьем. Причем он выбежал, блин, почему-то. Кого-то ищет? Кого ищет, дружище? Лови стрелу в голову. О, меня спалили. Валим. Как так? Стрел нет, твои налево. Давайте возьмем. Где тут? А, вот. Да возьми ты стрелу. Не туби, пожалуйста. Отлично. Все, прибыл. Так, а он один, кстати, или с приспешниками там? Один? Что-то они все без капитанов. Вожди. Да, конечно, не камильфо здесь.
в этой крепости с ним драться. А не, там, я смотрю, он есть приспешник. Как он меня не видит, вот он что, слепой что ли? Лови. Как ты не выстрелил? Бум. Ой, какой же ты никчемный, дружище. Техана. Эй, убивать издали легко, а вот рукопашный, тут нужна смелость. И у тебя ее нет. Я тебя как угодно могу уничтожить. И рукопашным, и не рукопашным. Прощай. Ты ничего не выиграешь, следопыт. Темный властелин тебя накажет. И тебя, и всех остальных людей. Да ты что? Прощай. Иди сюда, капитан. Куда побежал? Куда же ты собрался, дружище? Я только начал. Самое веселье впереди. Не, все-таки приспешник, видите, есть у него, но что-то как-то он особо и не воевал. Он только убегает, боится. Прощай. Даже не почувствовал, реально. Какие же легкие вожди. Так, получается, еще два вождя осталось. А, даже один. Там написано 3 из 4. О, кто-то сбежал, блин. Обосрался, видимо. О, сведения на видном месте. Давайте возьмем, почему бы и нет. Да не тупи, пожалуйста, Талион, возьми сведения. Так, ну про вот этого товарища узнаем. Крах нищий, просыпается от странных снов силы 11. Боязнь огня, короче, ни о чем он. Легкий. Давайте, ладно, последок убьем какого-нибудь капитана, выполним задание. Алян, не тупи, пожалуйста. Так, Голм, собиратель костей, капитан-ветеран, сила 11. Выглядит прям круто, конечно. Тебе нужны еще доказательства моей силы? Ладно, это мы устроим. Так. Ну, для начала отпугнем их всех, чтобы жизнь медом не казалась, и перестреляем вот этих щитовиков. Вроде как все, да? Че, надолел Карагора? Да. Прям быстро как-то. Так, ладно, пускай бежит. Вот наша цель все-таки. Здорово, дружище. Как жизнь? Следопыт. Не смей бегать, я буду гнаться за тобой по всему Мордору. Да конечно, вы все так говорите. Но только вы от меня убегаете все время. Очередной никчемный капитан. Что-то мне не хочется тебя в живых оставлять, пожалуй, я тебя убью. Ах ты, падла, брыкается. Ты какой, а? Это я просто фигней страдаю, из-за этого он, блин, меня и бьет. Я мог его уже давно убить. Зачем-то отвлекся на вот этого дурачка, который подбежал там. Ни о чем. Откуда этот товарищ? Со второго ряда.
Ну что, друзья, на этом, я думаю, давайте и закончим серию. Как говорится, надеюсь, вам понравилась эта серия. Ждите продолжения, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи, всем пока!